Здравствуйте! В восточной кулинарии особое внимание уделяется сладкому столу. Из-за теплого климата в рецептах традиционных восточных сладостей вы не найдете крема и других быстро портящихся продуктов. Но несмотря на это, ассортимент восточных сладостей очень богат. Предлагаем вам рецепт засахаренного миндаля. Блюдо это очень вкусное и может храниться без холодильника достаточно долго. В казан, сковороду или кастрюлю с толстым дном насыпаем 150 граммов сахарного песка. Наливаем 60-70 миллилитров воды, доводим до кипения и затем в кипящий сироп всыпаем 300 граммов ядер миндаля. Увариваем на среднем огне в течение 6-10 минут при постоянном помешивании. Добавляем 100 граммов сахара и продолжаем обжарку на среднем огне, все время энергично перемешивая, приблизительно 2-3 минуты. Пересыпаем миндаль в сухую посуду. В сковороду насыпаем 50 граммов сахарного песка, растапливаем его и доводим до кипения. Возвращаем в полученную массу обжаренный миндаль и выключаем газ. Добавляем 1 чайную ложку сливочного масла и быстро, тщательно перемешиваем. Перекладываем в плоскую посуду для остывания. Миндаль в сахаре готов. Это очень простая в приготовлении, но при этом очень вкусная восточная сладость. Рецепты других сладостей в разделе «Десерты» на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf. Вдохновения вам и удачи! Приятного чаепития!